Ой, вы знаете, я всем пожелаю побыстрее выйти из этого кризиса, так называемого. Ощутила я тем, что все мои близкие друзья звонили и говорили: «О, боже мой, у меня дом в ипотеке в долларах, какой ужас!» И, конечно же, нужно было спасать ситуацию как-то, что-то, где-то. И мне кажется, нет такого человека, который не пострадал. Особенно, там, к примеру, пенсионеры, потому что очень повысились цены. Это ощущает даже обычный человек, там, среднестатистический. Я уж не говорю про пенсионеров, которые получают 3 копейки и могут купить только кусочек хлебушка и колбаску. Вот. Поэтому отношусь я к этому серьезно, потому что все ждут, надеются, но веру никто никогда не отменял.